Добрый день, в этом номере журнала пойдет речь о прострелах на карте Денюк. В случае быстрой атаки на плент А через дверь, один из контров, который держит площадь, может зажать вот так вот и убить всех выходящих террористов из двери. Следующий из прострелов. В том случае, если А плент занят террорами, и вы знаете точно их место расположения, одного из них вы можете прострелить, который находится за кишкой, именно вот так. Если же враг находится за другой кишкой, то вы можете прострелить его, соответственно, точно таким же образом, стреляя, как показано на демке. Другой вариант. Если враги атакуют через будку, и вам кто-то дал из тиммейтов точную информацию, вы стреляете справа от этой черты и убиваете всех выходящих из нее. Очень часто террористы ожидают аркаду из будки, стоя в данной позиции. Вы можете кинуть ему флешку, после чего, постреляв несколько патронов сюда, убить слепого врага. Рассмотрим прострелы за терроров. В том варианте, если контры очень часто занимают аплен через верх-вниз, то один из терроров, поднявшись на крышу, может убить их всех. Один из прострелов спуска. Очень часто контры сидят вот в этом углу, который вы можете прострелить, не выходя на спуск. Что же касается площади. Используемая позиция контрами в этом углу в пристройке простреливается данным образом. Помимо этого, контры также очень часто стоят вот в этом углу и наискось держат проходящих по площади в ангар. Вот так вы можете убить этого контра. И напоследок рассмотрим прострел того, кто прошел в аркаду на радио. Вы, стоя в доме, отсчитываете буквально три вот такие балки и стреляете в четвертую. Спасибо, до свидания.